вот регулируйте семейное право. Настя, еще что нужно? Источники семейного права. Говорил Саша, Володя, источники. Субъекты и объекты семейного права. Да, обозначить субъектов и объекты правоотношений. Забавные моменты, романы, лирика, любовь и комплименты. Скучно не бывает, все это знают. Школа воспитала нас и выпускает, пролетает время, мы становимся умнее. Книги, поэзия, развиваемся быстрее. Красочные стены, кабинет доской. Школа, это дом мой. Команде школьного звонка.
Этот праздник уходящий и веселый, и щемящий, вспомним с вами мы еще не раз. И теперь другие дети в школе лучше всех на свете соберутся осенью без нас. Самый каяк круг мы сплетем кольцо из рук. Это дружеский привет, теплом любви согрет. Этот символ встреч, мы должны его сберечь, как удачи амулет на много-много лет. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь, мило школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. Все-таки сложно ни год и ни два забыть. А мы любили, а мы могли, а мы могли. Твою любовь найти на краешке земли.